когда в современном мире, где события стремительно сменяют друг друга, и нам трудно найти действительно важную информацию, когда логика происходящего ускользает и все утопает в бессмысленном шуме, мы говорим вот так. Время новостей. С вами Игорь Винявский. Меня зовут Александра Шапалина. В эфире Белсата. Программа «Вот так». Мы говорим «Вот так», когда ищем источник, который поможет нам разобраться в реальности происходящего, получить действительно проверенную информацию. В эфире международная программа «Вот так». Мы из Украины, Белоруссии, Казахстана, России. Мы, зрители стран Балтии, говорим «Вот так». Потому что в разрозненном мире, полном фейков и подозрений, мы всегда получаем надежную информацию. Нас миллион. Вот так.